В январе 1900 года Московский переулок в городе Барнауле был переименован в Московский проспект. После 1917 года его называли улицами Бульварная, Садовая, Советский переулок. А в 1924 проспект Ленина обрел современное название. В январе 1910 года в Барнауле появился первый кинотеатр. Он назывался «Триумф» и располагался в здании пассажа купца Смирнова. Зал на 314 мест был разбит на 4 зоны – от скамеек для небогатой публики до лож для важных персон. В кинотеатре находился балкон с оркестром. Музыканты развлекали публику в антрактах. 25 января 2013 года в селе Благовещенко Благовещенского района был открыт детский сад «Росинка». Его построили по губернаторской программе 75/75. В новом здании расположились музыкальные спортивные залы, уютные спальни и игровые комнаты. С появлением «Росинки» очередь в детские сады в Благовещенке сократилась на 100 человек.